Удачи, пока. Почему ваша машина так долго стоит? Вы никуда не ездите. Витя с Мирончиком приехали с магазина. А, это разукрашивает животных. Вообще классно, сынок. Витя принес наши покупки с ДМ. Таким образом покрывается суточная доза омеги. Плиту оттереть, потереть. Еще, пап. Еще. Добавляю томатики в кастрюлю. Я вчера на ночь замочила зеленую гречку. Вот светлое тесто получается. Спасибо, сыночки. Такой желтенький, как масло. Целая тарелочка получилась. Такой большой, кто его сделал? Папа! Булочки получились пышные, вкуснейшие. Здрасте. Здрасте. Витина мама нам покушать принесла. Побеем, пошла домой. Всем доброе утро, у нас сегодня первый светлый день за такое долгое время, я даже не знаю сколько, недели две как будто было темноты. Сегодня даже не надо свет включать в кухне. Витя уже поехал относить посылки и хочет себя протестировать, заехать, посмотреть, как у него обстоят дела. Может быть, у него уже негативный результат. И в понедельник пойдет на работу, если все хорошо. Я на завтрак замариновала здесь цветную капусту с чесночком, с травами, со специями. Тут я варю киноа с луком. Лук забирает запах у киноа посторонний. И рядом у меня зажарка, лук и морковка. Капусту отправляю в духовку. Вот, если она поместится. Да, поместится. Киноа уже приготовилась. Капусточка приготовилась, киноа тоже очень вкусный. Вот такой завтрак. Вкусно, да, сыночек? Ладно, все, все. Да. Это капуста. Мирончик, пока. Ты с папой уходишь? Дяди. А куда вы? Дяди. В магазин? Дяди. Ясно. Ну хорошо, удачи, сынок. Удачи. 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 Пока. Пока-пока. Витя с Мирончиком поехали в магазин, я открыла везде хорошенько проветрить, и соседка постучала сегодня, она сверху живет одна, и спрашивала, почему ваша машина так долго стоит, вы никуда не ездите, вы, наверное, заболели все, что-то случилось, возможно, вам надо что-то принести, помочь, ну, в общем, позаботилась, мы сказали, что все, уже все нормально, мы уже более-менее переболели, вот, так что живем дальше. Я села тоже позавтракать, у меня хурма, апельсин, банан и малина. А где Кира? О, где мама? Привет! Не замерз, сынок? Клубничка. Витя с магазина приехал, привез два мешка еды. Еще два принесет. И еще два, сказал, принесет. Витя с Мирончиком приехали с магазина, привезли вот эти продукты нам. Надеюсь, нам на неделю хватит, если что, посмотрим, докупим что-то. У меня, честно говоря, сил в магазин ехать нет и желания тоже, поэтому я осталась дома, они на свое усмотрение купили вот эти продукты. Начну с овощей, две упаковки картошки по 2,5 килограмма, морковка, лук, брокколи, айсберг, томаты черри, помидоры, еще одни томаты черри, паприка красная, цукини 3 штучки, 2 помидора, 2 огурца. Голубика, малина, 2 манго, яблоки, зеленые, ну хотя они не зеленые, такие желтые. И еще одна упаковка яблок, бананы, 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 ананас. Упаковка хурмы, тофу копченый и обычный натуральный, кукуруза. Упаковка чеснока, здесь 4 штучки. 3 килограмма муки полбиной, 630 сорт и манго сушеный. Фруктовый чай и упаковка батареек. И в акценте была акция на Бариллу. Вижу, что Витя купил 3 сорта только. Вот такие рожки и вертушки. Карман, смотри, у меня тоже в кармане собака. Анкоман. Собака зажила. Анкоман. Бубик, бубик. Витя с Мирончиком собираются сейчас поехать в ДМ. Мы утром сделали заказ. И к часу наш заказ, там в час 30, по-моему, что-то такое, заказ должен быть готов. Они сейчас поедут, его заберут.
И Витина мама заодно тоже закупается. Они ей помогут, довезут вещи и потом приедут домой. Мирон, пока! Делай маме пока. Пока, зайчик, чусь. Я буду скучать по тебе, сынок. Тоже скучать. Ладно, пока. Пока, любовь. Уже Витя с Мирончиком пришли. В пакетах, да? Я думала, в коробке. Мирончик принес игры. Это бабушка ему подарила игры, да? А, это разукрашивает животных. Вообще классно, сынок. А это машина. Тут и вертолет, и пожарная машина. Вообще круто, да? Да. Супер. Витя принес наши покупки с ДМ. Мы утром заказали, и через 3 часа они уже собрали посылку. Она даже подписана, Марьяна Таблер. Я заказала чипсы вот такие. Они из нута. Очень вкусные. Иногда похрумкать можно. Тут овсяное молоко вот такое мы всегда берем. 2 литра. Кокосовый йогурт. 4 баночки. Кетчуп у нас уже заканчивается. Вот этот хотела сказать, что мы всегда берем, но как-то он выглядит по-другому. Нет, мы вот этот всегда берем, а этот какой-то другой. Но на сайте был только этот. Возможно, он стал теперь вот в такой упаковке, потому что бутылки одинаковые. Я заказала еще целые томаты в собственном соку. Кокосовое молоко. Ну, там оно только одно, вот такое. И, как всегда, веганский паштет. Мы берем вот только вот этот. Он очень вкусный и на основе белой фасоли. И сушеная вишня. И в этом пакете у нас сушеный манго. Вот этот самый вкусный. Брецели соленые. А, нет, они, по-моему, без соли. В общем, на полбиной муке. Заказал еще льняное семя. Сейчас проходила курс «Еда для жизни». И там рассказывала, что вот омега-3, самое полезное, самое чистое, и которое хорошо усваивается, содержится в семечках льна. И нужно употреблять 1 столовую ложку, добавлять ее в смузи, например. И таким образом покрывается суточная доза омеги. Здесь еще 2 маленькие упаковочки печенек, тоже на полбиной муке веганские. Вот такие животные, Мирончику с кунжутом. Таблетки для посудомойки натуральные, они без оболочки, 30 штучек. Морская соль, большая упаковка. И много раз уже слышала про вот эти губки, меланиновые они как-то так называются. Ни разу не пробовала, вот хочу попробовать плиту оттереть, потереть. Ну и вообще пусть будут, посмотрим, на что они способны. Сынок, ты спать уже пришел? Да. Любишь летать, Мирон? Да. На ужин я готовлю томатный суп. Здесь обжариваю лук с небольшим количеством растительного масла. Затем я добавлю вот эти целые томаты, целую баночку сюда. Отдельно у меня варится рис. И отдельно картошка, ее нарезала, как на суп мелко. Добавляю томатики в кастрюлю. Томаты закипают. Добавлю еще немножко специй на свой вкус. Добавлю орегано, мускат, копченую паприку и тимьян. Теперь добавляю картошку вместе с водой. Вот и все, супчик готов. Осталось при подаче добавить рис и можно кушать. Забыла сказать, в конце я еще выдавила зубчик чеснока, так суп более ароматный. Готов наш супчик томатный, мы сели ужинать, у нас супчик, хлебушек на закваске, киноа осталось, который с завтрака, у Мирона рис, огурчик, и суп у него, и киноа, вот мы сидим кушаем.
Мы легли посмотреть «Король лев» 2019 года и отдыхаем. Я вчера на ночь замочила зеленую гречку. Хочу сделать из нее блинчики. Добавлю немножко орешков кешью, половинку банана, разрыхлитель. Водички добавлю до консистенции. Все пробью в блендере и попробую пожарить. У меня рецепта никакого нет. Я буду все делать на глаз. Посмотрим, получится или нет. Вот такое светлое тесто получается. Оно само по себе очень вкусное. Если не добавлять разрыхлитель, то это вкусный такой мусс, который можно кушать на завтрак. Подружка мне подсказала, что эту массу можно пожарить, и получатся очень вкусные панкейки или блинчики. Буду сейчас испытывать, пробовать. Надеюсь, у меня тоже получится. Вот такие пузырчатые получаются панкейки. Порция у меня получилась панкейков. Выглядит очень аппетитно. Будем завтракать. Я села позавтракать, у меня смузи с голубики, хурмы, банана и малины. Что вы будете покупать? Да. Авокадо? Да. А еще что папа тебе пообещал купить? Ничего. Че ты врешь? Я не обещал. А что ты говоришь, маме не говори? Что мама авокадо поедет покупать. Я думала, вы что-то задумали. Поедете авокадо покупать? Да. Хорошо. И папа тебе не разрешает говорить это? Нет. Говорит, это секрет? Да. Это секрет. 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 А ты хочешь рассказывать секрет или нет? Да. Хочешь? Нет, не надо секрет рассказывать. Да, говори, говори, рассказывай. Витя с Мирончиком поехали в магазин. У нас сегодня такая погода, льет дождь, и ночью обещают ураганный ветер. Я тут рис отварила для суши, приготовила заправку, уксус, вода, немножко сиропа и соль. Все перемешала. Сейчас рис настоится, и я буду его заправлять. Спасибо, сыночек! Вау, как приятно! Вы мне цветочки купили? Да. Спасибо большое! Какие красивые! Витя с Мирончиком привезли авокадо. Хорошие, такие крупные, мягкие. Будем сейчас суши крутить. Внутри тоже очень хороший авокадо. Он такой желтенький, как масло. Вкусный. Все подготовила, рис отварила, заправила его вкусной заправкой. Авокадо, огурец и листья нори. Накрутила я роллы. Целая тарелочка получилась. И здесь еще для Мирончика маленькая. Я лежу там одна, лежу, лежу, жду, когда вы придете спать. А вам тут вообще не до сна. Да, сынок? Вы лепите с папой? Гриб. Гриб? Покажи. Ого. Такой большой, кто его сделал? Папа. Папа такие грибы делает, ого. Миром, папа в натуральную величину грибы делает, да? Я на полдник опять приготовила булочки синнабон на основе картошки отварной, с изюмом сделала, с карамельным сахаром, очень вкусный. Буду ставить в духовку. Я уже много раз снимала, как я их делаю, в этот раз не стала снимать, но рецепт оставлю. Вот такие булочки получились, да. Пышные, вкуснейшие, ароматные. Будем кушать. Я помазала булочки кокосовым йогуртом, добавила туда немножко сиропа, чтобы он послаще был. И вот так вот это все выглядит. Мирончик уже скушал свою булочку. Я тоже уже покушала. Вот осталось у нас две булочки. Витя супчик кушает. И роллы еще остались. Радостный сынок. Баб. Здрасте. Здрасте. Мирон счастливый. И маленький. Витина мама нам покушать принесла. Рулет с морковкой и с картошкой. С картошкой Витя еще не грел, вот с морковкой мы пробуем. Мы сейчас не пробуем.
Пуск! Раз, два, три. Пуск! Раз, два, три. Пуск! Прыг, 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 прыг. Хорошо прыгает. Бабье, пошла домой. Домой, баби. Мирончик, машешь бабушке пока? Мирончик. Мама. Мирончик, давай. Давай пока. Пока. Пока, давай пока. Ну, папа там хлебушек бабушке дал ваш. Холодный хлебушек. О, да, говорит. Все? Да. Давай. Все, до свидания. Спокойной ночи. Спасибо, Дима. Спокойной ночи. Пойдем, сынок.